Гетеборг, так нормально? Почему прямо здесь не там? Эмоция, как всегда, такая прекрасная, когда играем в Лигу чемпионов, особенно дом. Болельщики всегда нам так поддерживают. И сегодня мы опять показали, что мы можем играть со всем командой топ-уровня. У нас есть потенциал для этого. Уже третий год подряд играли Лигу чемпионов. Мы должны так продолжать. Но, как я говорил, твой друг там, нельзя просто играть так только в Лигу чемпионов. Для того, чтобы мы каждый год играли в Лигу чемпионов, мы тоже хорошо играть с чемпионатом. И нам это не хватает. Это эмоции, которые мы сегодня выложили на поле, мы должны каждая игра. И надеюсь, что сейчас у нас скоро Динамо есть, и мы показать такой футбол, такой уровень про Динамо. Персонально про тебя вопрос. Ты сегодня совершал какие-то сумасшедшие сейвы, тащил. Во-первых, скажи, это одна из самых сложных матчей, один из самых сложных матчей в твоей карьере. И, во-вторых, это ответ всем хейтерам, которые в последнее время, может быть, что-то не лучшее про тебя говорили. Я еще подчеркну для всех, что Гиля сегодня признан лучшим игроком матча по версии УЕФА. Ну, ты знаешь, она всегда очень тяжело играет в такие команды. Иногда бывает, что выручает, да? Иногда бывает, что не выручает. Сегодня начало игру, не знаю, я даже посмотри. Я должен, мое мнение, что я должен выручать первый гол. У меня не получилось. Сложная игра, не говорю, что это самое сложное в моей жизни, но может быть один из пяти. Но всегда сложно играть против таких команд. Имею в виду, Лига чемпионов не бывает легкой игра. То же самое, когда мы играем против Red Bull Salzburg, там очень было сложно. И поэтому каждую игру очень тяжело. Спасибо тебе большое. Спасибо.